Привет, друзья! Сегодня я вам расскажу немножко о таком классном плагине от компании Mercurial Audio под названием Эйфория. Все мы, гитаристы, должны через что-то играть. Кто-то играет через реальные усилители, ламповые, транзисторные, кто-то через преампы, и кто-то напрямую в аудиокарту и пользуется симуляторами усилителей. Когда вы пользуетесь симуляторами, вам, конечно же, хочется, чтобы эта симуляция по максимуму была приближена по звуковым характеристикам к настоящему усилителю. И недавно я наткнулся на вот этот плагин от Mercurial Audio, попробовал демо-версию, и мне настолько понравилось, я не мог отличить звук от того ощущения, которое я получал, играя через реальные усилители. Звучание этого плагина, оно настолько приближено к звучанию настоящего усилителя, что если сравнивать А, Б, то я думаю, что вряд ли можно догадаться о том, где настоящий прибор, а где плагин. Настолько это детально проработано и звучит очень-очень классно. Этот плагин имеет множество разных дополнительных функций, кроме как основной ее функции — это звучать как настоящий усилитель. Это, во-первых, гейт. Очень классный noise gate, кстати, педаль wah, три разных эффекта овердрайва. Классический Tube Screamer, Grid Smasher и SD1. Это, конечно, всем известный боссовский прибор. Distortion. Ну, это наш всеми любимый Metal Zone. А также здесь есть функция отключения предусилителя, оконечника, постусилителя, конечно же, байпас кабинета и дополнительные эффекты модуляции и пространственной обработки. Chorus, Delay, Reverb. Кстати, Chorus тоже очень качественный. Если бы он продавался в отдельном плагине, наверное, я бы его тоже приобрел. Также здесь все настройки усилителя, они выведены на переднюю панель, чтобы не нужно было лазить по дополнительным менюшкам. Настроек здесь, в принципе, много, но если разобраться, то они не такие уж и сложные в понимании. Можно настроить их по слуху. То есть вы просто открываете плагин, начинаете играться, что мы с вами сейчас и попробуем сделать. Я хочу найти в этом плагине три разных звучания, которые бы я мог использовать в разных жанрах музыки. Например, первое мы сделаем как бы такой чистый, переходящий в блюз-рок звучание. Второй жанр будет такой классический рок, может быть, чуть переходящий в хард-рок. И третьим будет металл, тяжелый жанр. Начнем с первого, с классического блюзу, такого чистого звука. Чуть-чуть подперегруженного. Для этого мы включаем чистый канал усилителя. Получаем такой звук. Немножко поднимем гейна и сделаем буст на хай.
можно добавить еще гейна. Добавим немножко хоруса, может быть, и овердрайва, тип скримера. Сейчас я плавно перехожу в звучание классического рока. Для этого мы переведем усилитель на второй канал, выключим хорус и тёп скример и скорректируем уровень гейна до того, какой нам нужен. Очень насыщенный, классно объемный, толстый звук такой получился. И сейчас перейдем на третий канал, послушаем, как он звучит. Может быть, мы попробуем добиться какого-то более тяжелого звучания. Сделаем чуть поменьше ревера. И включим Channel 3 мод. Послушаем, что он делает с звуком. Вот без него. И вместе с Channel 3 мод чуть побольше делаем гейн. И здесь еще есть классная регулировка presence. Мы немножко поднимем, если presence, звучание у нас будет чуть-чуть более яркое. Поднимем средние частоты и высокие. И сделаем буст в сторону high. We'll be right back.
Если говорить в целом, то звучание этого плагина очень-очень натуралистичное, и на самом деле, вне зависимости от жанра, в котором вы играете, вы можете найти себе классное подходящее звучание. Благо, там есть очень много встроенных эффектов, настроек, различных всяких овердрайвов, гейтов и так далее. И это все очень, кстати, полезно, потому что не каждый гитарный усилитель, симуляция гитарного усилителя, она дает такое огромное количество дополнительных эффектов встроенных. Хочу сказать спасибо отдельной Mercurial Audio, надеюсь на наше с ними дальнейшее сотрудничество и на то, что они продолжат выпускать такие же классные и натурально звучащие плагины. Спасибо всем, кто смотрел это видео. Если вам интересно, конечно же, ставьте лайки, пишите комментарии. Я обязательно прочитаю, отвечу на каждый. Увидимся на моем канале. Всем спасибо, всем пока.